сегодняшнего дня нуждающиеся семьи могут рассчитывать на ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Ранее о такой мере поддержки объявил президент Владимир Путин. Выплату предоставят в случае, если доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Размер составит 50% от прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. Еще из апрельских изменений – это индексация социальных пенсий на 8,6% по официально установленному уровню прошлогодней инфляции. Кроме того, с 1 апреля за покупку детских путевок можно получить кэшбэк в размере 50% от их стоимости. Программа начнет работать с 1 мая. При этом сумма возмещения за одну путевку не может превышать 20 тысяч рублей. Есть новости и про льготную ипотеку. С апреля ее можно будет взять под 12%, а не под 7%, как было ранее. Вместе со ставкой выросла и максимальная сумма для кредита, в частности для нашего региона до 6 миллионов рублей.